Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и уважаемые любимые телезрители. Приветствуем вас в программе «Форма свободная», которая, как всегда, в радиоэфире в среду и в прекрасные телевизионные рамки по пятницам. Я еле-еле влезаю со своим лицом, зато туда почти целиком влезают наши прекрасные гости и, конечно же, соведущая программы «Форма свободная», генеральный директор телеканала ТВ Айгуль Мирзаянова. В этот момент я всегда аплодирую, даже иногда стоя, но сегодня посижу. Подожди, вот все в моих руках. Вот, теперь начинаем. Меня запустили. А добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, я представлю музыкального редактора БИМ-радио Махмуда Аракаева. Он из спортзала. Вы знаете, очень благотворно наша программа влияет на Махмуда. Он сегодня такой вспотевший. Можно я расскажу? Вот я тебе рассказал эту историю. Значит, история такая. Вы помните, что в прошлой программе у нас был пасечник. И сегодня раздается звонок. Незнакомый номер. Причем не казанский. Я беру трубку. И мне спрашивают: здравствуйте, вы Махмуд? Да, здравствуйте. Не могли бы вы покомментировать предолимпийские вот эти соревнования на Красной Горке? Я говорю, я начинаю судорожно вспоминать, что такое Красная Горка? Я говорю, а где это? Это в Сочах. Это предолимпийские, да, тестовые соревнования, какой-то там кубок чего-то, какого-то. Я говорю, вы знаете, я, во-первых, не комментатор. Во-вторых, я совершенно не разбираюсь в горных лыжах. Ну как? Нам вот рассказали, что вы так отлично вот в программе, там у вас какая-то программа. Да, надо сказать, что пасечник-то бы как раз разбирается в горных лыжах. Но ему что-то ничего не предлагают, кстати. Да, мы там про горные лыжи не разговариваем. Вот так вот я чуть не стал великим комментатором горнолыжного спорта, друзья мои. Ну а теперь возвращаюсь к нашей прекрасной гости. Дорогие друзья, это программа «Форма свободная». Действительно, мы выходим по средам на БИМ-радио, а по пятницам в 20:00 смотрите нас на спортивном телеканале ITV. А сегодня сюрприз, дорогие друзья. Как же не отдать свой голос за этот феноменальный проект под названием «Голос». Феноменальный успех проекта, в том числе, да, Махмуд, согласись? Да, я соглашаюсь. В том числе благодаря Татарстану. И сегодня в студии серебряный голос России. Сережа Пенкин? Он серебряный принц, а это серебряный голос России. Обворожительная, просто невероятная девушка Эльмира Калимуллина. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. И, дорогие друзья, вот, дорогие слушатели, вы сейчас не видите, я уже все знаю, я уже все вижу. Глядя на экран, всегда казалось, что Эльмира высокая ростом. Да, я думал, 1.85 м, как минимум. Вот действительно, такая высокая, стройненькая, это красивая. Это обман зрения, телевидение. Стройненькая, красивая, все правда, да? Ну, там я там еще думал, что у нее тоже. Оказывается, нет, все нормально. Ничего там не было. Ну, там преувеличивало, как-то все, телевизор все увеличивает. Телевидение делает волшебство, на самом деле. И этот проект сам по себе волшебный. Поэтому, может быть, у вас... Ну, а рост-то какой? Магия была такая. Да, магия проекта. Рост небольшой, 1.60 м. 1.60 м, да? Оказалось, действительно, гораздо выше. Что каблуки 18-сантиметровые делают? О, да. И такие прекрасные платья, которые вам подбирали. Там стилисты работали, да? Да, работали стилисты Первого канала. И над образом, конечно же, работала сама Пелагея. Пелагея работала, да? Подождите, давайте поздравим человека. Не сразу как-то начали, да? Торты вот это игристые, вот это, что я принес. Все это принес, да? Да, конечно. Мы хотим поздравить все-таки вас с победой. И более того, поблагодарить за те восхитительные минуты, которые вы доставили своим волшебным пением. Это действительно была магия. У меня такое ощущение, что я действительно смотрел. Я смотрела, да. Я настолько втянулась. Более того, смотрела вся моя семья, смотрели все мои друзья. Я действительно не понимаю, что произошло с Россией, почему этот проект стал популярен. Вот сегодня мы будем говорить об этом. Дорогие друзья, у вас сейчас есть уникальная возможность позвонить к нам в студию, задать вопрос Эльмире Калимуллиной. Пожалуйста, запишите номер телефона и набирайте. Озвучит его Махмуд. Любые вопросы, причем можно набиваться в женихи. Да. Вот. Сегодня мы будем задавать только провокационные, только скандальные вопросы. 292-102-8. Спрашивайте. Да, 292-102-8. И, конечно, в соцсетях вы уже невероятное количество вопросов нам прислали. Разразилась буря. Я сразу скажу, Эльмира, дискуссия была невероятной. Очень много разных откликов, в том числе положительного, негативного характера. Ну, я думаю, вы под таким обстрелом сейчас находитесь. Мы сегодня поговорим об этом. Дорогие друзья, а между прочим, нашу соотечественницу, язык заплетается, Эльмиру Калимуллину называли российской Одри Хепберн. Было, да? А кем был Одри Хепберн? Сейчас изображу. Сейчас просто половина народа сидит: Кэмпбелл Одри Хепберн. Об этом я подумаю завтра. Да. Ага. Одри Хепберн. А вы сами как к этому относились? И почему, откуда пошла Одри Хепберн? Непонятная ассоциация вообще.
Я думаю, что, наверное, естественно, есть какие-то внешние сходства, может быть, манера поведения, какие-то, может быть, жесты. И, ну, сама эта актриса является, мне кажется, эталоном женственности, и поэтому, ну, возможно, это такой аванс для меня. Мне очень приятно, на самом деле, что оценивали не только, так скажем, мой голос, но и все-таки отдали дань моей внешности. Вашей, я, конечно, внешности, стесняюсь, да, но мне очень приятно. Там бы точно не прошла бы обыск. Господа, но вот, дорогие слушатели и зрители, вы, наверное, помните, насколько роскошно смотрелась Эльмира в образе как раз-таки не Одри Хепберн, а Шаде. О, да. Шаде. Это мой вот самый любимый этого, образ. Да, это было, вот это была действительно магия безусловная. Была ли это только работа стилистов? Наверное, нет, потому что настолько органично, нежно, сильно и женственно вы выглядели, что я сказала себе, я буду голосовать только за нее. Ой, только спасибо. За нее. И, конечно, смс-ки, которые пришли в ваш адрес, они и от меня, и от моей дочки Алисы, и от моего мужа. В общем, вот. Ой, это про все правда. Ты смотрел, кстати, Махмуд? Ни разу. Ты мог? Да? Я не смотрю. Ты не подготовился к программе? Единственная программа, которую я смотрю, это «Форма свободы» на канале ТВ по пятницам. Да, понятно. Я, ну, наверное, один из тех немногих человек, который не забивает себе просто мозг телевизором. Да я тоже самое. Я человек-таук. Фактически, мы только нет, здесь на работаем. Самом деле очень многое количество людей, которые не смотрят телевизор, но этот проект совершил какой-то переворот. Mm-hmm. Потому что люди, которые находились раньше только в соцсетях, в интернетах, они переключились на телевизор. Хотя, в принципе, на данное время это невозможно. Люди, которые живут в интернете, они, естественно, не живут телевидением. Но этот проект действительно показал то, что у нас есть что посмотреть, у нас есть что послушать, и это очень качественно, и это очень интересно. Я просто сама очень счастлива, что я побывала на этом проекте, и действительно рейтинги, которые есть у этого федерального канала, да, да, они просто ошеломительные. Впервые в жизни обычный проект перевалил за 75, ну, долю просмотров была 75%. Вот так, без убийств, без раздевания, да, 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 да. Без, я не знаю, еще чего, да, самобичевания там какого-то, да, без политики, без Петросяна, да. Рейтинг вообще сумасшедший. Культура, все-таки, и искусство. Все-таки, как вы считаете, вот вы были внутри, изнутри. Как вы понимали, что да, вау, это смотрит вся страна? Вот как вы внутри понимали, ведь раскручивались с нуля. Проект не был никому известен. Ну, я думаю, с самого начала, во-первых, я, честно говоря, даже не ожидала, что я пройду так далеко, что я дойду до финала, и тем более, что я займу второе место. Но осознанности на самом конкурсе не было, что конкурс имеет такие колоссальные масштабы. Когда уже организаторы бегали и говорили, что вы понимаете, что вы сделали, у нас рейтинги подскочили, что вы просто перевернули весь, ну, как так скажем, шоу-бизнес. А теперь смотрите, кто в доме хозяин. Одели наушники. Одели наушники. Ну. Чувствуете? Чувствуете, кто в доме хозяин? Одели наушники. Ну и что? Давайте пообщаемся с нашими радиослушателями. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте! Махмуд, привет. Вот, видите, кто в доме хозяин? Здоровьтесь только с Махмудом. Вас как зовут? Меня зовут Айрат. Айрат, какой у вас есть вопрос к серебряному голосу Эльмире Климульной? Вопрос один. А вообще в репертуаре есть песни на татарском языке? Спасибо, хороший вопрос. Спасибо. Да, патриотично. Патриотичненько. Есть ли татарские песни в твоем репертуаре? Спасибо большое за вопрос. Но на самом деле, я думаю, что если люди следили за проектом, то с самого начала, когда я только отбор вслепую прошла, когда меня попросили спеть песню, я спел именно на татарском языке. Естественно, есть, ну, татарские народные песни, песни в обработке, песни наших композиторов, именно казанских. Поэтому репертуар, естественно, на своем родном языке он присутствует, безусловно. Я очень люблю. Слушай, вот, есть такая информация, что ты сама себя называешь ведьмой. У тебя на сайте так было написано, что ты наколдовала себе победу. Наколдуй мне новый автомобиль. Я, конечно... Нет, были такие моменты, когда я, допустим, о чем-то думаю, либо я этого очень сильно хочу, и через некоторое время это появляется. Либо я, допустим, я могу сказать, что перед отбором вслепую я видела сон, и он для меня явился вещью. Ну какой, что там было? Я легла спать. И тут я в комнату заходит Махмуд, скидывает халат, вот это? Нет, этого не было. А где ты был, кстати, на отборе вслепую? Короче, вижу я сон, что я выхожу на сцену, как открываются двери.
как светят прожектора. Я даже чувствовала это тепло, да, всех этих софитов. И я увидела, как поворачивается кресло. Но почему-то я увидела, что это поворачивается Дима Билан. Но все равно направление было верное. Но я очень счастлива, что Пелагея, кстати, я изначально хотела к ней, поэтому, мне кажется, в каждом человеке присутствует какая-то магия, уж тем более в женщине, и интуиция. Ученик, вот. Да, раз уж у нас сразу речь зашла о Пелагее, ученик 2 В-класса гимназии номер 19. Какой умный мальчик. Да, а ученица, даже эта ученица. Какая умная девочка. Она спросила, Катя ее зовут? Екатерина. И она спрашивает, а почему вы выбрали Пелагею? Почему изначально к ней хотели? Вот такой вопрос. Ну, она тоже такая своеобразная. Она же вот. Ребята, это ученица третьего класса. Она не заедет. Пелагея вообще клевая. Она вообще клевая. Пелагея, она просто супер. Пелагея, на самом деле, супер-мега-профессионал, несмотря на ее... Она и как человек такой. Да, она... И вроде бы в столь юном возрасте действительно иметь такой багаж знаний, такой профессионализм. Почему к ней? Ну, во-первых, я ее творчеством интересовалась и до проекта. Она была мне интересна и как личность, и то, что они делали, совмещали, сублимировали различные этносы. Поэтому она мне и близка по духу. Ну, бывает. Не такое... разочаровались в результате? Нет, ни в коем случае. Мы с ней каждый день общаемся. Вот клянусь вам. И либо по смс-кам, либо... У вас же концерт еще, по-моему, намечается, да? 25 февраля. Да? Ну, не совместный, в Казани? Это гастроли. Да, 25 февраля в развлекательном конкурсе. Она будет разогревать толпу перед тобой? О, нет. Она будет зажигать и будет дарить всем позитив. Что ты шептала всегда? Вот ты выходил на сцену и шептал, что... Да, видно было, что ты или молишься, или что-то говоришь. Вот не случайно Махмуд говорит о том, что ведьма, она... Балды-балды-калды-бес. Нам поступают вопросы. Что там было? Да, я сама очень настраивалась. Я действительно... Что ты шептала? Я не скажу что тебе. Что шептала? Ты хочешь машину? Новую? Тогда нашепчу тебе. Нет, ну, я на самом деле настраивалась, и я молилась. Правда. Это как-то меня уравновешивало и настраивало на то, что нужно. Скажите, вот после каждой победы, да, Эльмира благодарила Россию и благодарила Татарстан. Вот большего пиара, конечно, и желать вообще можно и не желать. Это была ваша инициатива или это был продуманный такой ход? Потому что, насколько мы поняли, готовясь к этой передаче, Эльмира девушка-то ведь непростая на самом деле. Это не эмоциональная красотка Шаде с нежным голосом и так далее, и так далее. То есть все это присутствует, но, как мне показалось, не знаю, Махмуд, как тебе покажет в результате нашего разговора и дорогим телеслушателям, Эльмира все просчитывает заранее. Нет, такого нет. Ты знаешь, я просто живу по эмоциям, по тем внутренним чувством, которое у меня есть. Если я это хочу сказать, я это говорю. Между прочим, меня уже обвинили в национализме. Что вы говорите? Да. Кто эти люди? Да. Зовите. Был один журналист, который сказал, что Эльмира националистка, да, что она пиарит только свою республику. На самом деле, я просто очень благодарный человек. Это журналист из какого издания? Из федерального издания? Или? Это, да, это у нас со столицы, так что, ну, я не буду, естественно, называть, но сам факт... Забудь про эту голубятню. Да, нет, интересно. Ерунда, но конечно. В итоге ведь надо заметить, что Эльмира напиарила себе квартиру. О чем я и говорю, дорогие квартиру друзья. Квартиру заслужила. Да. Я 20 лет в шоу-бизнесе и никакого звания. А тут вышла она в «Голосе», понимаешь, второе место заняла. Заслуженная артистка, да, республики, у нас есть. Понимаешь. Давайте примем, пока Махмуд не растерзал тут вообще тех, кто дает квартиру. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Зовут вас как? Меня зовут Радик. Радик, ну, какой у вас вопрос к Эльмире, можете задавать? Да, Эльмирочка, добрый день, конечно. Да, привет. Эльмирочка, заметил, да? Ага. А вот, хочу задать вопрос такой. Эльмирочка, а как вы думаете, вот на третьей позиции, кто у вас остался, а у него было мнение такое, то, что у некоторых у него знакомых, у многих других не оказалось то ли денег на телефоне, то ли под рукой. Вы слышали такой комментарий? Комментарий такой, да, слышали? Да, я поняла ваш вопрос. Да, вот удивительно. На Первом канале вроде, пусть говорят, это Малах увел. Интересно. Ну, еще одна голубятня. Да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я не знаю, что за тут я тоже, деньги на телефоне. Невозможно одному человеку, даже отправляя ежесекундные смс-ки, решить там судьбу. Потому что туда смс-ки приходят по 300, по 400 тысяч. И все эти разговоры, сколько моих знакомых, да, не было денег, это все фигня. Но только смс-ок в ваш адрес? 400, по-моему, более 400, более 400, да? 300. Вот невозможно, 400 у моих человек. Знакомых не было. Ну сколько этих, нет, знакомых? 10? Нереально. На самом
самом деле, возможно, это еще немножко другая интерпретация. Настя, видимо, хотела сказать о том, что люди, которые... Кто такая? А, Настя, это Анастасия третья... Спиридонова, Я далекий человек. Я, кстати, тоже забыла совсем. Возможно, она хотела сказать о том, что львиная доля ее друзей в эти дни, тем более 29 числа, они просто находились на мероприятиях и работали. Но, действительно, я с тобой согласна совершенно, невозможно. Это невозможно. Даже тем более, там стоят телефонов. Программы, которые отсеивают. Конечно. Принимается один голос одного телефона. Ну, господа, ну, это все, может быть, это было сказано на эмоциях. Почему мы сейчас упрекаем, собственно, Настю, да? Кого-то упрекают за национализм, другой не подсчитал голоса, там что-то. Понятно, что люди очень хотели победить. Очень хотели. Да, квартиру, кстати, где дали-то? Понятия не имею. Дали еще пока просто сертификат, да? Да, пока сертификат, так что... Ну, президент, он, как известно, сказал, президент сделал. Конечно, безусловно. Нет, вот давайте вернемся к конкурсу, да, к этой вообще всей ситуации. А на экране вы выглядели... Заслуженная артистка ведь уже, да? Я 20 лет пошу на это. 24 года вам, да? Уже заслуженная артистка. Не через кровать, главное, дали, вот как мне масса раз предлагали, а? Давайте вернемся к конкурсу. Мне кажется, действительно, что-то там происходило все-таки за кулисами, хотя на экране вы все были такие лакированные, правильные, да безобразия. Каждый выходил и говорил: мы уже все победители, я благодарю тебя. Это в адрес соперника, конкурента. Я благодарю тебя, такой роскошный голос. И тут же ножницами взяли, там, волосы. Да-да, и одна вроде другую берет за руку, эта руку вырывает, детка, ну, я не знаю. Язык жестов говорил об обратном, что вы не такие уж и друзья там на самом деле. Что было за кулисами? Расскажите. Я могу сказать в первую очередь о нашей команде, о команде «Пелагеи». Когда я первый раз вышла на сцену в дуэтном батле, я искренне плакала, потому что мы за этот период с Гаяной Захаровой, моей партнершей, настолько сдружились. Она из какого города была? Она сама из Краснодарского края, но 4 года уже живет и работает в Москве. Она учится в Гнесинке. Понаехала. Но каждый человек действительно там талантлив. И мы в этом дружились, конкурсе, а с другими? И с другими тоже потом получилось очень тесное взаимодействие. Ну, во-первых, мы сначала общались, естественно, в кругу только своей команды, потом с репетициями. Например, с... а был договор, который ты вначале подписывал, не рассказывать какие-то вещи? Да, там, конечно. Да, конечно, обязательно. То, что она сейчас рассказывает, можно не на верить. На самом деле это мои. Неправда, надо переходить к другому вопросу. Да, к другому вопросу. Чего мы ее спрашиваем, если она подписала, что я не буду разглашать? К конкурсу еще вернемся, да? Но конкурс уже прошел, так что можно. Там он 3-летний, по-моему. Короче, через 3 года мы узнаем, на самом деле, о настоящих отношениях между Лирой и победительницей Диной. Давай. А можно я спрошу? Кстати, Дину мы знаем очень давно. Она у нас на Бим-радио 3 года назад выиграла конкурс. Какой? Да, между прочим. А какой конкурс? Конкурс мы начинающих собирали певцов, Бим-радио проводило. Интересно. И там было что-то человек 15, и голосовали люди, то есть поднимали руки так же, как СМС. Видите, все правда. Она заняла первое. А что там за история, что во время конкурса под названием «Созвездие» Дина то ли куда-то не прошла, то ли не выиграла ничего? Чего? Созвездие, это татар, это вот который татарский. Это с вами тема, такой, да? Конфликт случился, правда, ну, да? Это не конфликт, просто несправедливость такая, скажем так. Нет, каждая ситуация дает какие-то свои уроки, поэтому, ну да, действительно, я участвовала тоже в этом конкурсе, но, к сожалению, я не прошла ни в финал и, естественно, не в суперфинал. Ну, вот как-то так сложилось. Это к счастью. Это все к счастью, но, к сожалению, господин Туманова, видимо, да, который сейчас, тем не менее, говорит о том, что хорошо. Нет, а в чем дело? Эльмира вообще-то моя воспитанница. Вот так, Славе, это да? Это Эдик немедленно. Ты имела в виду сейчас? Нет, не Эдика, а Дмитрия. Дмитрия Туманова я имела сейчас в виду. Сейчас, когда вы уже постфактум, после конкурса, понятно, что со Славой вместе обрушивается не только восхищение, не только слова «Эльмирочка» звучат в ваш адрес, да, но и очень много негатива. Ну, я, есть, честно такое? Говоря, нет. Сплетники, я... вы же все же... Зависть. Злые же все. Зависть, да, прежде ладно, всего. Господи, пусть говорят, что хотят. На самом а что говорят, кстати? Да, слушай, давайте не будем, что говорят, у меня все есть. Я сейчас процитирую. Ну, давай. Мне интересно, да? Прочитай. Ну, мне сначала отношения вот это все. Читаешь действительно то, что про комментарии, тебя пишут? Честно говорю, не читаю. В интернете читаешь, нет, что пишут? Нет, не читаю. Вот в спину говорят, себе. Вот это та самая, которая ей там за квартиру плохого, и чего-то там такого. Так, давайте, стоп, сейчас остановимся на рекламу. Вот сейчас просто... И перейдем к вопросу. И очень интересно, сейчас вот эти интриги, скандалы, расследования. Сейчас начнем. Все жареное сразу же после рекламы. Давайте
начало, так, для разгона такой вопрос? Во-первых, 292-102.8, пожалуйста, звоните нам, задавайте вопросы. Вот уже я вижу, да, звонок. А поступит ли он нам в студию, зависит от вас, дорогие друзья. Оригинальные вопросы приветствуются. И вот такой вопрос. Не повлияла ли от «Радость твоя»? Это из соцсети ВКонтакте поступил вопрос. Не повлияла ли звездность на общение с близкими и друзьями? Все-таки есть такой момент, когда, извините, крышу сносит. Ой, сейчас, правда, мы общались, вроде не почувствовали такого. Нет, с моей семьей не дождешься этого никогда. Сразу же, маман. Угу. Казам, так. Ну-ка, ага. Стоп. Давайте разберемся с мамой, кто мама. Ой, чем занимается мамочка, мама? Мамочка моя любимая, она у меня сметчик. Сметчик? Я говорю все рационально у этой девушки. Мама сметчик. Так. Папа у меня дорожник. Брат у меня кандидат технических наук. Какой молодец. Да, так что у нас такая семья. Слушай, ну как же ты стала певицей? Это правда, что у тебя экономическое образование? Да, заочно я закончила еще эконом. То есть девушка на самом деле экономист, будущий бухгалтер. Есть вопрос, да? Есть, пожалуйста, вопрос, давайте сейчас, послушаем. Сейчас, интриги, скандалы, расследования, да, сейчас все узнаем. Алло, добрый вечер, здравствуйте, Радик. Добрый вечер. Радик, здравствуйте. Ну, какой у вас вопрос, Радик? Я бы хотел... А я угадал, что вас зовут Радик? Да. Я тоже не пойму. Это второй человек, по-моему, по имени Радик. Это реально Радик, да? Это ты, колдун. Ну, есть манейка, да. Радик, ну какой вопрос? Хотел задать такой вопрос. Что вы приобрели с помощью этого проекта? Ой, квартиру, сертификат, извиняюсь. Творческий. А, творческий, да. Что ты творческий приобрел? Отличный вопрос. Да, хороший вопрос. Молодцы наш. Отличный вопрос. На самом деле, творчески, это огромный профессиональный рост. Я себя сейчас на сцене совершенно по-другому ощущаю. Первые эмоции, которые, во-первых, это первый мой проект. Во-вторых, это за такие короткие сроки нужно было мобилизоваться и выучить огромное количество репертуара. Это невероятно, репертуара. Конечно, было. Ну, невероятно. Да. Это материал. Бессонные ночи. И вот особенно на финале я помню, что у меня просто было не смыкание, я вам клянусь. Просто это переутомление, он у меня просто отказывался петь. У нас был прогон перед прямым эфиром. Кто он отказывался голос. Петь? Голос. А, голос, да? Голос отказывался. Вы как меня о живом человеке сейчас, конечно, о нем говорите, да? Ничего себе. Любимый. Ага, так. И он просто отказывался работать, потому что я не высыпал. Ну, это всех нас касалось. И когда у нас был прогон, извините, конечно, но вокалисты все поймут, и вы тоже, у меня голос петушил как только мог. И даже ко мне подходил уже Пелагей. Пускал петушка. Да, и мама Светлана, они мне говорили, ну пусть это будет такая наша интерпретация. Они меня все поддерживали, говорили, что ничего, ты справишься, но... Я чувствовала, что у них было немножко такое маленькое... Недовольство. Не то, что недовольство, они понимали, они знали, сколько труда во они боялись, что ты сорвешься? Да, они боялись. Но я вам могу сказать, что прямой эфир, он делает чудеса. Да? Почему? Это такой адреналин, когда режиссер отчитывает, до прямого эфира осталось 5, 4, 3. У меня мурашки по коже, да, и все. И потом ты знаешь, что это был прямой эфир на Дальний Восток. Да, повторим еще раз. На самом деле, адреналин, он просто захватывает, и какие-то все ресурсы твои мобилизируются, сконцентрируются, и ты выдаешь все, что ты вот ощущаешь, все, что ты хотел. 100% результат, да? Такой катарсис, о боже мой, это непередаваемое ощущение. Естественно, профессионализм, общение с такими мэтрами, с такими звездами, это огромная честь, и за такой короткий период, такой мастер-класс, мне кажется, ну, за годы обучения в каких-то других музыкальных вузах ты не приобретешь то, что... А тебя уже узнают вот на улице, как Гаратамбон, да, или Мирка? Да, это узнают. Же она! Да, да. Я прохожу... А, недавно. Поменялся у тебя автограф, кстати? Ты по-другому Нет, стал автограф разве? Не поменялся, все, да? То же самое. Я помню, зашла в один супермаркет, выбираю себе помидоры. И тут подходит девушка и говорит, это же голос. И главное, таким устрашающим своим голосом. Это же серебряный голос. И она как-то прошла, а потом обратно возвращается и говорит, а я за вас голосовала. Я говорю, спасибо огромное. Потом попросили расписаться на валютной купюре. Узнаю даже, помню, вот буквально вчера у нас почтальон пришел. Я вызывала лифт, и он говорит, это вы? Ну, я думаю, да, это я.
И он говорит, а можно с вами сфотографировать? Я даже не думал, что я вас увижу в такой обстановке. Я говорю, в какой еще обстановке? Все хорошо. Ну, непривычно, это очень приятно. И в магазин, допустим, захожу, и мне дарят подарочки. Узнают. Мама мне слушайте, говорит, здорово. Слушай, говорит, надо обязательно с тобой. Эльмир, давайте встретимся лет через 5. Я представляю здесь утомленную славу Эльмиру. Уже эти поклонники какой, вообще уже по одному месту. Мне интересно, просто мы зададим ровно те же вопросы. Мне интересно, какие это будут понятно, ответы. Это понятно, если бы я предложил, да, давайте встречаться. Господа, господа, или, да, да, да. Что мы вдвоем встретимся, послушаем. Что за бумажечка тебе принесли? Господа, у нас положили трубку, да, не успел задать вопрос. Господин, которого зовут Руслан, есть ли жених или парень? Дорогая Эльмира, спрашивает. Мы договаривались, ну, давай личную же жизнь не обсуждать. Мужчинам. Да, ну давай, да. Ну что, ну. Что у тебя? Ну как, статус, давай, вот статус. Помолвлена. Да. Не, no comment, вот так скажем. Все не, хорошо. Ну, почему ты скрываешь это? От своих зрителей, которые голосовали тебя. Такая кошечка. Ну почему ты это скрываешь? Да, ты хочешь поговорить об этом, да? Ты хочешь поговорить об этом? Поговорим об этом в следующей передаче на эту тему. Ну, это значит, скрываешь, не хочешь рассказывать? Нет. Ну, все-таки свое личное, это, ну, для меня это просто неприкосновенно. И... Ты как я тоже в свою квартиру никого не пускаю. Да, да. Вот до двери в квартиру, что хотите делать? Квартира... Да все уже знают, что у тебя третий брак, ты квартира, уже все рассказал. Квартира закрылась. Тоже меня не пускает он никого, так и никому же не надо. Кыш отсюда, все, кыш отсюда, дверь закрылась. И там никому не важно, чем я занимаюсь уже дальше. Ну, как оно быть знаменитой-то, вот, скажи нам. Как и ты ведь знаменитость не то, что казанского, да, вот такого паршива, вот как мы с Айгуль, да? Ты знаменитость российского масштаба. Это 140 миллионов человек потенциально, которые знают, да, есть я такая. Вот думаю, может, мы не вести больше с тобой передачу. Эльмира Филимонова. Ну хорошо, ты звезда татарстанского. Вот. Ну, хорошо. На самом деле, я думаю, что это мое счастье, что я на 100% не осознаю, что происходит. Мне кажется тоже, что есть такой момент. Да, еще. Потому что я такая же, ничего не изменилось. Просто пошло немножко другое ускорение, что на следующий этап уже как-то другая ступенька, другие звонки, другие предложения. Но я такая же. Я думаю, слушай, а вот ведь очень много звезд, ты с ними общалась, ну, буквально как сейчас с нами, да, с Махмудом и Айгуль Мирзаяновой. О, секундочку. Да. Скажи, пожалуйста, а кто из этих звезд тебя неприятно удивил? Вот действительно расходится имидж и расходится реальная персона. Не, слушай, почему? Билан потряс меня. Нет, вот, ты знаешь, я зауважала человека абсолютно, профессионал. Вы просто, действительно, очень многие не знают внутренней кухни, что там происходит, но... Для меня Дима открылся совершенно с другой стороны. Понятно, что Александр Борисович, он такой мэтр. Да и этот открылся с другой стороны. Он, оказывается, такой душка. Кто? Да, он такой папочка. Добрый. Он такой добрый. Ну, Александр Борисович Градский. А, Градский? Да. Никогда не любил. Ага. Он вот если даже ты его не любишь, да. Он мега-музыкант. Мы когда даже репетировали, он своих ребят, когда отслушивал, отстраивал звук, он знает, как должен звучать каждый инструмент. Он говорит, так, на 2 сантиметра чуть-чуть поближе подвинь микрофон. И тембр зазвучал совсем по-другому. 30 лет в студии сидит, что вы хотите? Это не важно. Ну и что? Понимаешь, студийный. Люди годами работают, записывают миллионными тиражами. Нет, он профессионал, ребят. Диски, тоже. И что ты думаешь? Его комментарии нет, были он, очень он меткие. Он в студии точные. Сидит именно как человек, который не у микрофона, а который с другой стороны стекла. 30 лет сидит человек. Да вообще, знаете, ну, все люди раскрылись факт. По-другому. Вот все звезды, которых мы знаем, они там в рождественских встречах еще. Агутин уж сколько, да, босоногий мальчик. По-другому люди раскрылись. Вот босоногий мальчик, но он, между прочим, входит в десятку лучших мировых джазовых певцов. Об ничего этом себе. У нас в России вообще, да? Никто кто? Не знает. Агутин. Леонид Агутин. Это да. Интересно. Кто, я значит, другой джаз слушаю. Негативно раскрылся. В моей десятке Агутина нет. Негативно? Да. Не было таких. Вот ей-богу. Кто точно? Нагиев, слушай, Нагиев. Он о, боже мой. Человек. Такие комментарии. Вот ради Нагиева вообще, конечно, я голосы смотрела. Мне стоит смотреть телевизор. Не только ради вас, мне не о чем с ними разговаривать сейчас. Ой, слушай, нам есть о чем поговорить. Я ничего не знаю. Давайте теперь поговорим о ресурсах. Подождите, подождите. Давайте поговорим о ресурсах. О каких? О задействованных ресурсах. Железная руда. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте, ну, у нас есть такая наша татарстанская... И это плюс, что мы своих не бросаем. Мы своих не бросаем. Я знаю, что там были подключены определенные ресурсы, такие продюсерские. Да ты что? Такие, ну, скажите, мне очень интересно. Вот они, пробивные. Ну, ну давай говори, кто, подключались что, люди. Сколько. Вот, вы лично знакомы с мэром нашего города? Да.
Эльмира. Так я сразу примазалась к вопросу. Лично вы знакомы с мэром нашего города? Я вам могу даже больше сказать, что я лично знакома теперь уже и с президентом Республики Татарстан. Как она красиво сейчас слетела с вопроса. Да? То есть мы делаем свои выводы сразу. Я сама из Нижнекамска. Начнем с этого. Я участвовала во всех детских музыкальных конкурсах у нас в городе. У нас очень талантливая молодежь, очень талантливые детки. И у нас есть такая традиция, когда своих действительно не бросают и отслеживают. Вы чувствовали эту поддержку со стороны? Это и административная, и финансовая поддержка была. Чего там вихлять-то будем? Чувствовали эту поддержку? Да была ли вообще она? Да чем выражалась? Вы знаете, вот все что угодно. Мне что только не говорят, что ты знаешь, а вот там вот что-то говорят, вот, а тут. Тебе говорят, что ты любовница Меншина? А мне еще говорят, что я любовница президента. Мама знает. Только никто еще не решил, как бы все-таки какого именно, да. Пусть додумывают люди. И действительно, всем ничего не докажешь, не расскажешь. И зачем? Я вот такая, какая я есть. Я об этом знаю. Я и сотрудничала с министерством, и сотрудничаю с Министерством культуры. Я действительно с самого детства после конкурсов начали приглашать на различные приемы. И действительно, они же узнают, они прекрасно понимают, кто чем занимается. Они отслеживают каждый путь. Деле, что наконец-то помогают. Вот вы знаете, наоборот, это хорошо, что есть ресурсы и поддерживают свои. Слава тебе, Господи. Без поддержки все равно тяжело. Ведь поддержка это не заключается в том, что какой-то человек ходит там, вот этот человек должен победить, вот этот. Во-первых, это увеличение времени подготовки, подключение немножко, может быть, каких-то более мощных людей в плане работы. Тех же, не знаю, костюмеров, каких-то немножко более других продвинутых. Я вам могу сказать, что на конкурсе были очень много людей из Москвы. И там совершенно, если вы начинаете говорить о том, что кто-то помогал, грубо говоря, прихватов очень много. Но этот единственный конкурс показал, что он честный. Что независимо от того, кто стоит за твоей спиной, кем ты раньше не работал, с кем ты раньше не сотрудничал, то это не влияет вообще никак. Возьмите только отбор вслепую. Если бы это было бы это все супер, проплачено, это самый любимый то я мой, думаю, что, моя часть проекта. Да, что можно было бы увидеть это очень много знакомых лиц. Сейчас там, они опять между собой общаются. Это нереально было. Там слетели люди, которые работали в различных театрах, в различных мюзиклах, когда они поворачивались, наставники, и они видели это лицо, они говорили: Господи, как мы тебя не узнали? Почему? Действительно, это все правда, это все по-настоящему.